Доброе утро, друзья! Всем привет! Начинаю я вести неделю ПП-влогов. Сегодня у нас понедельник, и это мой завтрак. Типа домашняя шаурма или что-то в этом духе. Просто пита, просто зеленый салат, просто курица в соевом соусе и немножко соленого огурчика. И использовала кусочек сыра, чтобы заклеить краешек. В принципе, все. Вот такие две небольшие штучки. И, естественно, зеленый чай. Приятного аппетита! Встретимся в обед. Пока! Приветствую вас, мои друзья. Мы с вами уже на обеде. У нас все еще понедельник. И сегодня у меня вот такой рыбный суп-пюре с зеленым луком. Я обожаю везде добавлять зеленый лук. Суп совершенно обычный, с картофелем и немножко сливок 10%. Но если интересно, я как-нибудь сниму рецепт, когда буду варить его в следующий раз. И будет еще два обычных тоста, или как их называют, гренки. В общем, хлебцы, что-то в этом духе. В общем, два небольших хлебца. Без масла, никакого хлеба. Увидимся на ужине. Итак, друзья мои, это мой ужин. Домашний плов. Самый обычный. Сварила рис, но я не делала его полностью от и до сама. Как сказать, ну, полностью, как обычно готовят, тушат рис несколько часов там. Все довольно просто. Он уже собран фактически в готовом виде в конце. То есть отварила рис, обжарила курицу с приправами. Очень много карри, я, знаете, люблю приправы. Поэтому где-то 3 чайные ложки карри, может быть, даже еще насыпала. Вот. Немножко барбарисок. Или как это называется? Ну, вот эти красные ягодки. В общем, вы поняли. Добавила все это к рису. Потом отдельно потушила на воде лук и морковку. И добавила 1 столовую ложку маслица подсолнечного. Ну, и все перемешала. Обалденная вкуснятина получилась. Вот такой ужин. И думаю, пока не знаю, может быть, перед сном, если еще захочу есть, то поем творога. Пока все. До нового включения.